На 66-м году ушел из жизни советский и российский оперный певец Владимир Редькин. Владимир Редькин родился 10 января 1956 года в Москве. В 1978-1984 обучался в Московской консерватории, класс народного артиста СССР Зураба Саткилавы. В 1984-1986 стажировался в школе усовершенствования профессионального мастерства для молодых певцов при театре «Ла Скала» у профессора Джульетты Симеоната. В 1986 году принят в Большой театр Союза СССР, дебютировал в партии «Фигаро» в опере «Севильский цирюльник» Россини. В 1990 дебютировал в «Ла Скала» в партии Елецкого в «Пиковой даме П» и Чайковского, постановка Окончаловского, где его партнерами были Мирелла Фрини и Владимир Атлантов. Выступал на таких крупных площадках, как Венская опера, Дублинская опера, Шотландская королевская опера, театры Барселоны, Гамильтона и Сан-Франциско. В 2016 году певец покинул Большой театр.